Сразу я вошел в игру, мне дали вещи. Получено достижение, получено достижение. Hey guys, с вами Шимки, мы продолжаем проходить всякие кликеры, да, их так первый взгляд обозревать. И следующий у нас по счету это Epic Clicker Journey. И я не понимаю, куда делся, где звуки. В смысле? А, я ж мне тоже... Я не помню, куда вообще в ней играл. Так. Но меня уже радует то, что здесь... Что здесь есть ползунки, чтобы я мог сам настраивать. Так, ну конечно... Да, новую игру начнем. Эх, жаль, мне уже дали достижение. Хотя... За левел нам дали, да? А, разблокировать мультиплеерную локацию. Значит, тут есть мультиплеер. Достигнуть 10-25 уровня. Ну и открыть всякие переходы в карте. И все тому подобное. А давайте посмотрим, что здесь есть. Вы вошли в подземелье. Здесь вы можете играть бесконечно. До тех пор, пока не потеряете здоровье. В верхнем правом углу вы можете видеть прогресс подземелья. Помните, гибель здесь не заберет. Так, темные двери. Ведет... Ага. Помните, гибель здесь не заберет у вас золото, вещи, либо опыт с приятелем. Вы также сможете найти фонтаны на своем пути. Они могут вас подлечить, но только немного уменьшить ключи, чтобы открыть фонтан. Иметь ключи, подожди. Почему? А, он типа, я понял, блогер? Lil Skitch. Seafood. Хэштеги. Короче, он у нас, ребята, блогер. Так, подожди, я хочу побег сделать, да. Давайте немножечко здесь посмотрим, что у нас есть. Уровень сложности. Вы должны закончить уровень, чтобы открыть следующий. То есть у нас будет обновляться карта и просто будет усложнена. То есть эта игра уже идет у нас, ребята, на прохождение. То есть игра даже, возможно, получит свой плейлист. Так, я немножечко в настроечки зайду. Как бы то ни было, игра довольно громко кричит. Так, вернемся к игре. Что у нас тут есть? У нас есть город, где у нас похищают инопланетяне. Средневековье, где у нас тираннозавр Рекс. Есть что-то магическое. Есть сказочное. Есть адское. Давайте, я думаю, тогда первый уровень. Посмотрим, что оно хотя бы из себя представляет. А, подожди, то есть ему уже кто-то помогает или что? Так, я вижу дроны, я вижу... Или это тот, кто мне помогает сейчас атаковать? Я вижу Вали. Робота Вали. Ну, может быть, это не он. Хотя мы на Луне, а Вали... В смысле? Не понял. Так, объясню. Здесь кликер не работает. То есть нас заставляют, так сказать, чтобы мы сами атаковали. Отсылочка. Звезда смерти разрушена. Вот там. Походу, это все-таки Вали, ребят.
О, это у нас хедкрабы, хотя навряд ли. Так, это у нас снаряжение есть. Так, а где у нас деньги? Денежка наша, вот она. Так, мы можем блокировать. Нас никто не атакует, странно вот. Нас вообще никто не атакует. Почему? Вопрос. Статистика, то есть здесь есть прокачка. Вот опыт наш. Я могу улучшать дамаг. Ну, еще раз дамаг, потому что у нас все равно есть рюкзак, есть питомцы. То есть, чтобы пройти вот это, мне нужно убить какое-то количество. Но это либо серебряный серфер, либо, знаете, парень, да, галактика. Так, а теперь вопрос, где мои вещи? Ага, вот они. Если кликер вообще не работает, то... О, вот хедкраб. Вот это хедкраб. То есть здесь, смотрите. Ладно, давайте апнемся. Ой, это чужой. Очень сильно усложняет. То есть кто-то мне... Я думал сначала это мне помощники, типа, кто мне помогает атаковать. Теперь я понимаю, что это нет. С каждым новым уровнем ты получишь очки, с помощью которой можно увеличить свои базовые статистики. Дамаг увеличивает ущерб, который задается кликами. ДПС увеличивает ущерб, который задается автоматически. Ага, автоматически. Деф увеличивает твои очки жизни. Ну хотя я не понимаю, для чего, если меня враги не атаковали вообще. Лаки увеличивает количество получаемого золота и ключей. Так, скушай меня. Так, у большинства противников есть слабости, найдите их, чтобы увеличить наносимый ими ущерб. Чтобы этого достичь, соберите предметы, теги которых подходят к описанию твоего противника. Некоторые из предметов активны, достаточно кликнуть на них, чтобы открыть мощную силу, которая в них дремлет. Понятно. Ну пойдемте по карте дальше. Перед тобой еще далекий путь. Ты должен победить всех противников, чтобы перейти на более сложный уровень. Ты можешь наблюдать продвижение своего приключения в нижнем углу карты. Далее. Блин, я просто сейчас в какой-то степени понимаю, что если я сейчас сверну игру, игра свернется и остановится запись. Давайте я сам остановлю. Блин, или нет. Просто кликер. Почему кликер не работает? Хотя, может, это в плюс. А что в магазине? Подожди, подожди, подожди. Я в магазин не заходил. Микроплатежи тут есть. Хорошо. Магазинчик. Нихера себе зелье стоит. Ключ стоит 5000. Я могу покупать пришельцев. Это которые я убил, да? И они мне добавляются. Ну, в принципе, я могу купить себе чужого. Ладно, давайте дальше смотреть, что у нас. О, мы на мусорнике. Флауви, флауви. Ну, если коту... Хотя коту просто что-то снится. Мышеловка у нас... А, у меня хп отнимается. Нихера себе, дайте мне посмотреть окружение. Походу, это молотором. Так, так, так. Ну и, в принципе, если здесь было бы еще тройка, я бы сказал, что это отсылка на... Ты мертв. А, то есть я должен ждать, пока у меня еще хп восстановится? Да ну нафиг. Да ну не... Подожди, давайте с первого уровня.
Смотрите, на первом уровне получается это дружелюбное место, где я могу просто пофармиться. Так, увеличение до магии. Автоудар 5. Деф, удача. Ну, слушайте, золото, понятное дело, нам тоже необходимо. Подожди, а сколько за одно выдают золото? Так, сейчас мне... Так как-то не очень сильно увеличит. Я бы не сказал, что именно так сильно и увеличит. Ну, в принципе, мы можем просто ходить в одну и ту же локацию. А, так вот, и я могу просто проходить первый уровень и получать вот это все. Ха. Ну, типа, знаете, вы можете пойти сюда. Чисто подниматься. Так, мне интересно, это на один раз? Длительность 20 секунд. Перерыв 10 секунд. Активная на разы. Наносит 6900. А, то есть... А это на кнопочку работает. Ну, я сейчас потратил довольно жесткое оружие, на самом деле. Типа, поняли? Мы можем собирать с вами... эти бомбы. Ну, и понятное дело, что это все заберу. Какие-то непонятные, на самом... странные вещи. А, давайте пока что немножко пофармлюсь и продолжим. Короче, когда мы улучшаем вещи до какого-то уровня, оно у нас становится второго. Допустим, видите, второй уровень. Вот, допустим, я сейчас... И вот оно улучшилось. То есть с каждой прокачкой оно все лучше и лучше становится. Давайте еще раз сыграю. У меня уже урок просто фум. Минимальный, максимальный. Прокачиваться можно, конечно, с одной стороны, довольно быстро. И удача мне, в принципе, тоже нужна. Давайте... Ну, лаки, что она дает? Увеличит количество собираемого золота. И ключей. Я вот не знаю насчет ключей. Надо, не надо мне ключи. Мы можем карман купить, чтобы больше предметов брать. Я думаю, так... Ой. Ладно, нахер надо. Золотишко получаю, вот все. Нормально. То есть сейчас мне нужно 410, чтобы апнуть до нового, так сказать, уровня. Так, перейти, давайте все-таки пойдем дальше по уровням. Смотри, кто здесь у нас будет. Девочка-цветочек. Не знаю, на кого похоже. Это типа Веном. Веном. О, это... Как ее? Блять. А, смотрите, вообще мне урон не наносится, так как мне... Может, деф прокачивает? У меня деф 20, и мне кажется, вообще не пробивает. Можно в защиту идти. А, у меня деф вообще... О, пошел, пошел. Харли Квин, короче, была то. Но это на Джокера не похоже. Кити, 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 Кити. Короче, эти показатели только дают урон, там, 10% на врага. То есть, на самом деле, это не так уж и нужная вещь. Теперь у меня рогатка.
перейти. Эликсиры помогут тебе в битве. Ее применение тебя вылечит и даст до 2000 очков жизни. Сейчас у тебя один эликсир. Используй его, его сознательно. Помни, что ты всего можешь купить их больше. Всегда можешь купить их больше. Но нужны деньги, чтобы купить все больше. Так, сейчас немножечко надо потаковать с этих врагов. Сколько мне опыта дают? Ну, в принципе, опыта мне нормально дают. Но враги меня все равно в какой-то степени некоторые пробивают. А, я еще левелапаюсь, и мне хп восстанавливается. Паучок, он, короче, пугает врага, и тот убегает. По сути, если мы хотим более жестко все делать, тогда нам желательно просто убивать их. И качаться в... Блин, ключи нам вообще почти, считай, не падали. Защита, продать. Давайте блок. О. Теперь у нас печенюшка какая-то. Ждите, пока я немного прокачаюсь. Дали достижение. И я смотрю все-таки, если надето. То есть некоторые предметы дают урон, да, если у врага написано хэштег вот этот. Смотрите, вы будете воскрешены без потери опыта после смерти. Получите 1-3 шек, вашего здоровья. И при этом нанесете такой же дэмэдж гапару. Этот, если одета, каждый клик суммируется. И третий клик усиливает дамаг. 50. От 6 всего дамага. Здесь у меня, если одета, плюс ДПС, плюс удача, плюс урон. Плюс я апнулся. Я собрал деньги, как вы видите, на улучшение. Все на улучшение. Ух ты, ё-моё, 2000 надо. Нихера себе. Зато мне теперь ножевой банан. Так, дамаг увеличим. Ну что, погнали следующее смотреть. Давайте в город. Не пойми кто. Потрошитель. Джейсон. Крик. Это Крюгер. А до того, до Крюгера был этот, как он, Каннибал Лектор. Так, значит, это было бесценное. Перейти к карте. Так, я немножко просмотрел, сколько мне дают за это. О, достижение получено. Отдай мне мой... Что-то там. Ну, слушайте, здесь хотя бы сейчас можно апаться. Активные не очень важны для меня, на самом деле, блядь, сейчас. Так, ДПС. Давайте удачу вкачаем, остальное будем качать урон. Блок докачаем. Еще разик. Просто меня пугает то, что если меня убивают, меня забирают опыт. Это не очень хорошо. Я просто хочу рассмотреть врагов, чтобы меня не убили при этом. Дешманский. Ладно, идемте дальше. Собери команды. Так, Бэтменам нельзя сюда. В смысле собирания команды? То есть это не для одного меня?
Потрошитель. О, звезда смерти полетела. О, это Бэйн? С морковкой. Был. Я получил ключ. И пончик. А ну-ка, еще полетит звезда смерти. Хотя могу всегда рассматривать карту в конце... В конце этого забега. Блин, там яйца какие-то были, я что-то не усмотрел. Тут нужно смотреть 5 ключей, чтобы сюда пройти. Ну, оно играется так, походу. Но это не точно. Я не уверен. На самом деле, игра не очень длинная, но тут на серии 2. Но если будет работать, все нормально. Так, ладно, давайте сейчас снова попрокачиваюсь немножко. Оказывается, это, ребята, есть мультиплеер, просто... Я так уж не повоюю. Типа, только соло мне приходится убивать. Там, где нужно Тимой убивать, как я понял. Короче, я понял, почему кликер не работал. Смотрите, когда я быстро нажимаю, да? То урон, видите, медленно идет. А если один раз нажал с помощью мышки, видите, оно как? Типа, линейно все нажимается. То есть мне даже кликать до хера не нужно. Мне постоянно бесит то, что не могу сам начать. Что мне нужно ждать, пока пройдет вот это время. Так, монстр киллер я получил еще достягу. Ключи я уже нафармил у шопа. Ну что, в принципе, я прокачался до 20 уровня. Дамаг увеличил до 50. Удача, я не знаю, как я понял, вот это как раз ключи, которые с ящиков падают. У меня не было шанса. А, удача 5%. А, вон оно что. Нахер оно надо, лучше тогда дамаг прокачивать. Так, за 20-ку продаем. Если 75, это хорошая вещь. Если 20-ка, это дерьмовый. Это просто, когда у предмета написано вот это, значит, увеличено на какой-то процент по врагу с этой херней. Оно нахер не надо. Так, давайте я подниму оружие. У нас вот, деньги есть. И блок. Деф мне, в принципе, не нужен. Погнали смотреть дальше. Ключи у меня 9, да, я говорил, типа, мне до 40 ключей, но 9 тоже хватит. Потом вон будем вообще 40 фармить. Ну, я буду сюда специально проходить за ключами. Да. Ну, плюс достягом. Хер знает, кто это. А, это отсылка на Трон. Игра есть, и фильм такой есть. Нихера ты меня задамажил. Это что за танк? На каблуках. Ну это терминатор. А ну-ка сейчас, подождите. Я вот помню... О, у меня теперь вилка оружием. Удачу увеличит. Короче, 10 удачи это... 5%. Игрок ставит все его золото в целях удвоить, либо проиграть его. А, я тогда просто зарандомил, чтобы вы понимали, и я выиграл. Я просто не понял, что оно значит, ну и я... проиграл. Ну ладно, не страшно, 500 золота. Фармится очень быстро. Ну я могу, в принципе, туда сразу перейти. Либо пойти ниже. Но я сейчас немного пофармлюсь и пойдем дальше. Я только заметил, я смотрю тут сковартор, типа, что работает. Я смотрю, это вообще рука, которая держит чайничек. Чайничек. Так, ладно, увеличим урон, дамаг. Ну, нормальный. Улучшаем вилку нашу. Теперь у нас зонтик.
погнали на карту. Я, в принципе, могу уже открыть. Мне ничего не мешает, но я лучше сначала это посмотрю, что здесь. Так, сначала какой-то робот. Это трансформер. Это медуза. А, то не медуза, то из... А, я не помню, как назывался. Называлась игра. Клик IT. Там, короче... Игра называлась, где мы должны победить королеву. Компьютер главный. Что это за шар? Что это? Ну, здесь на карте пока что целых таких-то каких-то нету. Нас пробивает немножко, но не серьезно. А, это следующий, да, типа? Давайте сюда. Ну, понятно, здесь будут у нас динозавры. Я думал сначала, может, это отсылка на... О, Т-Т-Т-Рекс, Т-Т-Т-Рекс, робот-Т-Рекс. Так, наскальные рисунки, кокосы... Врата. Врата очень похожи на врата из этого юрского периода. Так, давайте еще один соло сыграю еще раз и пойду потом в на босса. Хотя, мне кажется, нужно будет прокачаться для босса. Блин, ну я типа не знаю, давайте попробуем, конечно. Так, сразу что мы видим? Врата юрского периода. А, это парк, наверное, юрского периода. А, то есть здесь будут просто все, которые были. А, тогда здесь ничего не интересно, только в окружении можно посмотреть, что есть интересно, и все. Ну, зато здесь левелапаться можно довольно быстро. О, нихера себе. Железная Годзилла, это ж отсылочка на... Ну, это Годзилла. Было Кинг-Конг против Годзиллы, потом Годзилла железная. Один ключ. Ну, в принципе... Неизвестный эффект. Я его скушал. О, нифига. Вот это прикольный эффект. Не, в натуре прикольный эффект. Блин, надо тогда деф тоже вкачивать блок. Потому что без блока дело не пойдет. Ладно. В принципе, времечко у нас еще есть немного. Поэтому сейчас я на паузу ставлю, немного здесь прокачусь, и мы идем на следующую локацию. Слушайте, я тут сейчас осознал, а зачем я вкачиваю себе блок? Ну ладно, блокирует 40 урона. Ну, это количество очков. Но оно тоже, типа, защиты дает. Я мог бы просто через еще одну палку играть, по факту. По факту, да. Давайте я палку еще одну вкачаю, чтобы урон вообще был бешеный. Хотя, знаете, я так посмотрел, я довольно быстро проседаю, если без блока. То есть блок мне хотя бы немножечко помогает. На самом-то деле. Вот деф как немного увеличить, мне вот интересно. Хотя ладно, погнали дальше. Открываем. Блин, но мне по факту все равно ключи нужны будут. А я могу питомцев купить, что я туплю? Хотя бы самых таких. Обычных. Вон у меня сколько уже предлагается купить. Мы ж можем всех уже вон смотреть. За 1000 можем вон купить. А, я заменяю. Ну, давай заменим. Попробуем, посмотрим, что будет.
Так, фиг знает кто. Ведьма. Ворон. Чучело шутник. Банши. О, это отсылка на... На. А на кого отсылка? Блять, я столько фильмов смотрел, я знаю откуда. Что за фильм? Что там? Я могу рассказать. Короче, там про девочку, которая... Которая сильно что заболела мать, она поверила, встретила какого-то чудного козла, что ли. Козел сказал, что он поможет ее матери, если она в какой-то мир там залезет и достанет то, что нужно. Кажется, книгу, либо типа того. Она зашла в это измерение, которое он нарисовал. Он отправил ее и еще несколько фей. Она увидела яблоко, она взяла это яблоко, после чего вот это чудище начало жевать. Оно взяло глаза из тарелки и держало в ладони. Но я просто не вспомню фильм название. Вот это созвездие, это масоны. Эта луна может... Месяц. Может быть отсылкой на аниме, которое называется «Пожиратель душ». Там такой же месяц. Так, время перезарядки. Давайте я оборудую. Посмотрим, что будет. Ничего. Ничего не произошло. Ладно, перейдем на карту. Давайте, я думаю, тогда мы с вами на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.